Смотрим, что скрытая какая тайна вам откроется, какая тайна вам откроется. И будем смотреть. Вам идет какое-то радостное событие, событие, которое будет как цветы, как какой-то фейерверк, событие, которое принесет очень большие изменения в ваше благополучие. Будет какая-то небольшая прибыль. И еще идет такое, что вы получите или наследство, или действительно какие-то вознаграждения по роду, из семьи. Вот такое вот еще идет. Это у нас вот на... Мы смотрим сейчас на отливки. Идет, что у вас... Идет капля. Знаете, у вас какое-то идет оздоровление или обновление, может, по циклам у кого-то. У кого-то действительно оздоровление. Идет оздоровление по крови. У кого-то, может быть, будет переливание крови. У кого-то еще что-то. Но здесь идет оздоровление. Но самое главное, что здесь идет, что приходит человек. Вот знаете, видели индюков, это же красивые птицы. И у них такая вроде бы, как вот это вот не нравится, какая-то около клюва сопля. Но это не сопля. Это очень важный орган у индюка, который он показывает, какой он есть красавец перед самкой. И вот здесь идет мужчина, который действительно не просто так вот... Гамбургский. Нет, здесь мужчина, который знает, что он что-то в этой жизни представляет. Что еще здесь идет? Идет единственное, что мне не нравится. Здесь идет то, что повозку, что есть два сглаза. Даже могу сказать больше. Но это от одних и тех же людей были какие-то попытки на вас воздействовать. Но до конца не пробили, но воздействие есть. И нужно им отправить обратно. Поэтому, если кому-то надо лично, то, пожалуйста, все мои контакты в шапке профиля. Нажимаете на ссылку, открывается окошко. Если не открылось до конца, вы хотите на какой-то чат перейти и сразу писать, то вверху, в правом верхнем углу, три точки, нажимаете, открывается такая строка «Открыть в браузере». Все, и пишите туда, куда вы хотите. А также можете просто... Написать в директ. Так, ну давайте смотреть, что еще нам дает эта отливка. Эта отливка нам дает, что вы получите какую-то именно благую весть, как через перышко, письмо. Письмо или весть. Сейчас это интернет, может быть. Получите, да, письмо. Возможно, от этого человека, который очень хотел бы, чтобы... Вы на него обратили внимание. Вы этого человека, вероятность, больше всего знаете. Также идет какой-то серьезный разговор. Разговор идет, это тайна, пока вы не знаете, это разговор тайный вообще. Вы будете с кем-то разговаривать. Разговаривать вы будете по поводу или финансов, или работы, такого чего-то, что у кого-то наследство, еще что-то, вот что-то такое идет. Но... Мне нравится именно, что у вас вышло, видите, как капля, как букет, как взрыв на макаронной фабрике. Вот радость. Что они еще скажут? Давайте перевернем. Я не люблю переворачивать. Да, здесь действительно есть, я сказала, воздействие. Вот оно, от двух каких-то курушек, две. Делали минимум два раза на вас. Это может быть из глаз, это может быть проклятие, плохие слова. Но это тут, именно тут надо снимать. И это тормозит на ноги, на ногах путы одевают. А на голове, чтобы вы видели все в тумане. Ну, а теперь будем смотреть, что нам скажут знаки тайны вашей жизни. Узнать, что скрыто и что эти тайны дадут. Вам говорится, что судьба течет, судьба меняется. И все в жизни исполняется. И поэтому карта Мойры всегда говорит, иди за клубком жизни. Она может дать чего-то очень веселое, а что-то грустное. Но это необходимо пройти, чтобы достичь других результатов.
Что тайное? Тайное, я вам говорю, что идет какой-то человек, который идет не просто так. Идет король, идет царь, идет любовь, и вы будете этого как-то ждать. Не говорите, что он мне столько лет. Все бывает в разных конфигурациях. Но здесь может быть любовь, я еще и говорю, что и платоническая, и любовь просто к человеку. Но вот они, вот две кружки. Я ясновидящая, понимаете, я из потока читаю, из хроник Акаши. А вот эти знаки, это для вас. Потому что вы не верите, что можно ясновидеть. Да, я буду теперь по ясновидению делать, не нравится там, что надо три варианта выбирать. Я буду делать также один вариант. А здесь сейчас на картах. Вот они, две кружки, которые шепчутся, которые делают вам нехорошие вещи. Здесь идет, что действительно эти женщины куда-то ходили, что-то делали. А вам и говорится такое. И вы должны пойти и это все убрать и отправить назад. Очень хороший есть способ. Сейчас я вам его скажу. Кто хочет, запишет. Потом я отдельное видео вынесу. Здесь действительно к вам идет человек, который вы будете как близнецы-братья. Чтобы убрать несчастье, вы берете любое зеркало. Любое, хоть большое, хоть маленькое. Какое угодно. Зеркало вы берете. Смотритесь в зеркало. Вы смотритесь глаза в глаза и говорите такое. Три раза. Нелепая забудется, обидная замерится, глупая сама уйдет, злое сюда не придет. На радость наговариваю, на счастье привораживаю. Будь благо со мной сегодня и впредь. Аминь. На зеркало три раза. Хотите на входное большое, на маленькое любое. Делайте это, когда вам это удобно. И это тайна, что идет человек, который вам очень поможет в жизни, и с которым вы гармонично будете решать какие-то дела. Человек будет у кого-то для союза любовного, я еще раз говорю, у кого-то деловой. Тайное, что вы откроете этих кукушек, вы узнаете, и вы победите этих тетенек. Там тетеньки, тетеньки, вы победите. И они будут валяться, как уже не оживший кентавр. Да, и победит здесь действительно свет отношений. У кого-то это будет любовь, будет прилив материальных благ. Боль еще будет оставаться, потому что нужно будет след от этой черноты еще в вашей душе останется. Но вы это победите. Все мои контакты в шапке профиля. Вы победите, ваша победа. Все мои контакты в шапке профиля. Пишите, принимаю, приобретаю. Счастья друг другу желаю. И, пожалуйста, по ссылке заходите, пишите мне лично и на чистки, и на предсказания. Я ясновидящая. Пока-пока, пока-пока.